Областной конкурс школьников на знание правил дорожного движения госавтоинспекция Новосибирской области проводит уже более 10 лет. И этот год, конечно, не стал исключением. Тем более, что статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей, к сожалению, только увеличивается. Агитбригады подготовили в этом году свое выступление, посвященное 80-летию Новосибирской области. Тема выступления звучала так. Безопасность на дорогах – гордость, да здравствует город Бердск и Новосибирская область. Ребята из отрядов юных инспекторов дорожного движения представили на суд жюри яркие и интересные постановки, танцы, песни, интеллектуальные игры со зрителями, а также видеоролики на тему «Соблюдение правил дорожного движения в моем городе». По итогам городского конкурса фестиваля «Зеленая волна 2017» победу одержала команда городского центра дополнительного образования «Перспектива», которые в дальнейшем представят город Бердск на зональном конкурсе фестиваля «Зеленая волна 2017». Остальные знатоки правил дорожного движения получили заслуженные призы, грамоты и кубки.